Мы отрыгиваем РП, можете покинуть помещение. Покиньте, пожалуйста, прачечную. Это ты сейчас потеряешься, понял, я? Хуй нахуй, чекай, блядь. Сейчас ты сам вязать будешь мои ботинки, понял, я? Или... Ой, 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 ну пугался, иди отсюда на, петушок, блин. Они по машине шмаляют. Сейчас ваша машина пострадает. Ушли отсюда. И что ты делаешь? Главное, чтоб Нику, который шмаляет, было видно. Ты что делаешь? Спокойно, покиньте прячешься. Дос. Я не слышу тебя. Алло, чё хуй? Слышь, покинь прачечную. Так еще и походу пешком. Ушел нахуй отсюда, слышь, блядь. Ты нет, вообще бабя офигел, а? Боба, блядь. Жмут ебаный, блядь, ебался. Вот, смотрите как. Че он сказал? Слышал, не Да что они сделают этой машине, нахуй? Ничего не сделают, пусть шмаляют наоборот. Да хуй ты что делаешь, долбоёб, очнись. Сейчас выйдете оттуда, уедете же, а? Да, хуёв в тачку, нахуй. Вон, нахуй. Блядь, блядь, смотри, нахуй, по ебу получили, да, нахуй. На тебе ещё раз, блядь. Ну, она... Ну еще, блядь. Забер, успокойся, не надо. И они им просто потом за это выгонят их с военных и все. Блядь, я тоже хочу, блядь. Во-во-во, еще то, что они вход заблочили. Это бан, блин. Гуляй. Вот вы уходите, а? Вывели и свалили. Уволени. Вот это видел? Он факт показывает. Ёбаный. Пусть. Сейчас я тебе передам привет по голове. Хватило того, что, может, им бы с рук сошло, то, что они просто шмаляли, ну, знаешь, там, бычили, типа, без опаски. А так, то, что они вход заблочили, это бан. Все, давай, нахуй, иди отсюда. Овощи ебаные, нахуй, гуляй.